Добрый день всем на канале «Мои рецепты». Никогда не выбрасывайте черствый хлеб, а используйте его в разных рецептах. Сегодня для вас несколько простых и быстрых рецептов из батона. Из черствого батона приготовьте панировочные сухари в домашних условиях. Подсушите черствый батон в духовке, натрите на мелкой терке. Или измельчите в блендере. Панировочные сухари можно использовать для приготовления мясных, рыбных и овощных блюд, а также сырных кубиков и палочек. Из черствого батона сделайте хрустящие ароматные сухарики для салатов и первых блюд. Батон нарежьте на кубики, добавьте растительное масло, пряности и специи по вкусу. Батон выкладываем на противень и отправляем в духовку подсушиться. К бодрящему какао на завтрак приготовьте сладкие гренки за 5 минут. В яйца добавляем ванильный сахар, сахар и молоко. Взбалтываем венчиком. Кусочки батона отправляем в яично-молочную смесь. Обжариваем на растительном масле с добавлением сливочного масла. Не выбрасывайте черствый хлеб, а используйте для приготовления простых и быстрых рецептов. Всем, кому видео было полезным, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. До скорых встреч!